Добрый день, здравствуйте, уважаемые участники заседания круга агрозерноградоков. В очередной раз Зерноградский район становится площадкой для обсуждения значимых в отрасли сельского хозяйства вопросов. Сегодняшнее заседание, посвященное вопросам рентабельности и перспективности возделывания бобовых культур, имеет важное стратегическое значение для всех участников, и нет сомнения в том, что оно пройдет в теплой дружественной обстановке. Зернобобовые по праву считаются одними из самых древних культур. История их выращивания и использования в пищу началась более 8 тысяч лет назад. Упоминание о чечевичной похлебке встречается еще в Ветхом Завете. Сегодня эти культуры возделываются в большинстве стран мира на площади более 130 миллионов гектар. Известно около 60 видов зернобобовых культур. В России основной культурой является горох, который занимает более 80% площадей всех зернобобовых культур. Бобовые имеют огромное агрокультурное значение благодаря их уникальной способности связывать свободный азот воздуха при помощи симбиоза с клубеньковыми бактериями. Они являются лучшими предшественниками для зерновых и технических культур, позволяют диверсифицировать систему земледелия, увеличить биоразнообразие растений и обогатить среду обитания животных и насекомых. В Зерноградском районе площадь зернобобовых в прошлом году составила более 19 тысяч гектаров, или 12,5% площади всех ранних зерновых культур. Это наибольший показатель среди всех муниципальных районов области, как в абсолютном, так и относительном выражении. Горох составляет более 80% посевов зернобобовых в нашем районе. В прошлом году было получено 42 тысячи тонн при средней урожайности более 27 центнеров с гектара. 20% зернобобовых, или 3,7 тысячи гектар, занял нут. Это более чем вдвое больше, чем в 19-20 годах. При урожайности 17 центнеров с гектара было получено более 6 тысяч тонн зерна нута. К сожалению, отмечается отсутствие посева чечевицы, еще одной важной культуры, очень интересное блюдо из чечевицы, быстрее готовится, содержит белок, множество витаминов, позволяют укреплять иммунитет, нервную систему, есть еще другие положительные стороны. Среди проблемных вопросов, влияющих на отсутствие интереса товаропроизводителей, есть такие причины, как высокая полегаемость, низкорослость растений, необходимость предуборочной диссекации, высокие удельные затраты. Но самый острый вопрос – это отсутствие большого спроса на чечевицу. Ведь для снижения удельных затрат и повышения рентабельности необходимы площади для посева 100, а лучше более 300 гектаров. В среднем о производстве зернобобовых культур в нашем районе хотелось бы отметить следующее. Площади посева у нас достаточные, зернобобовых, но необходимый производственный горох и нут зачастую имеют фуражное качество. Необходимо уделить внимание выбору качественных семян, обеспечить грамотную агротехнику возделывания, в том числе предварительную подготовку полей и борьбу с сорной растительностью, использование удобрений агрохимикатов в пределах рекомендуемых норм, проведение выборочной или сплошной диссекации перед уборкой и, конечно, проведение качественной уборки в сжатые агросроки. Только в этом случае можно наращивать производство продовольственного зерна бобовых культур, которое более ценно и принесет дополнительную выгоду товаропроизводителям. В рамках диверсификации производства и расширения сил оборотов хотелось бы обратить внимание также на продовольственную пшеницу, на ее твердые сорта. Так, на территории Зерноградского района твердую пшеницу выращивают на базе АНЦ Донского. На размножении имеется порядка 17 видов сортов, из них наиболее востребованы Агат Донской и Амазонка, которые впоследствии реализуются в Волгоградской и Саратовской области. Всего с посевной площади 70 гектар имеется около 300 тонн оригинальных семян. ООО «Донской» и конзавод имени Первой конной армии выращивают краснодарские сорта пшеницы, крупинка и адалис по посевной площади 3,5 тысячи гектар. Около 15,5 тысячи семян они получают, около 15 тысяч тонн зерна, из них получают 1800 тонн оригинальных семян. РЗАГО планирует увеличение посевных площадей в текущем году твердой пшеницы до 5 тысяч гектаров. Подводя итог, хотелось бы отметить, что администрация Зерноградского района всегда поддерживает и принимает активное участие, непосредственное участие в организации таких нужных мероприятий, которые проходят сегодня. Желаю от имени главы администрации района, от себя лично, всем участникам плодотворной работы в сегодняшнем заседании, хорошей погоды для перезимовки зимовых, высокой урожайности бобовых и достойных цен на выращенную продукцию в новом сельскохозяйственном году. Спасибо большое всем. Спасибо, Алексей Павлович. Вопросы к Алексею Павловичу есть у присутствующего? Нет? Двигаемся дальше.
Но поскольку кооперация в основном тема актуальна для малых хозяйств, передаем следующее. Добрый день, уважаемые участники заседания клуба «Газонтаков». Уже, как сказали, традиционно на Зерноградской земле. И, конечно, одним из вопросов, конечно, всегда остается фермерство и кооперативное сообщество. Ростов-Стат еще не подвел итоги в процессе, но уже можно сказать о том, что доля валовой продукции, которая была произведена малыми формами хозяйствования, она остается на 25%, сохранена. Численность в секторе также почти 8 тысяч фермеров. Если говорить про зерновые, то на малые формы хозяйствования приходится 5 миллионов, заметен рост 9% к прошлому году. Если говорить про финансирование, то в 2021 году оно составило порядка 1,3 миллиардов, это именно на малые формы хозяйствования, 30% от общего лимита, который был доведен до Минсельхоза Ростовской области. Традиционные поддержки, я про них скажу чуть позже, конечно, были новые. Вот на прошлом заседании активно поднималась, обсуждалась тема по зерновой субсидии. Я думаю, на ней останавливаться не буду. Если, конечно, будут вопросы, готов прокомментировать. Традиционные поддержки – это льготные кредиты. Почти в полном объеме все заявки были удовлетворены. У нас составил объем порядка 114 миллионов рублей. Это по кредитам льготным. 628 кредитных договоров на сумму почти чуть больше 3 миллиардов рублей. Также в инвест-кредиты у нас выросла потребность, мы видим, конечно, малые формы хозяйствования в основном берут на технику сельскохозяйственную. Также у нас порядка 5,7 миллиардов рублей, 839 кредитов. Традиционная поддержка на покупку техники 40%, которые затрат возмещаются. У нас приобретено 12 комбайнов, 52 тракторов и 133 единицы прочей техники. Это я говорю только по малым формам. Если говорить про нацпроект, у нас направление «Агростартап», которое с 2019 года у нас запущено. Уже 74 фермера просубсидировано, соответственно, на сумму 237 миллионов рублей. У нас программа эта продолжается, соответственно, все формы поддержки сохранены, и те, которые я называл, и традиционные в рамках нацпроекта, стимулирующие, это семейные фермы. Конечно, у нас особое внимание подлежит вовлечение сельхозтоваропроизводителей в кооперативное движение. У нас на территории сейчас Ростовской области действующих кооперативов 61. Господдержка предусмотрена как за счет федеральных средств, так и областных. У нас есть направление 2/3 затрат возмещаем по уплате лизинговых платежей для приобретения технологического оборудования, холодильного и транспортных средств. Также у нас в рамках нацпроекта возмещается 50% понесенных затрат для кооперативов. Направление у нас есть по грантовой поддержке на материально-техническое развитие тоже кооперативов. У нас предусмотрен лимит на одного получателя до 70 миллионов. И такие получатели есть. Сегодня, как написано в программке, зачитаю, по традиции нового календарного года, клуб «Газонтаков» открывается на базе кооператива «Донской маяк». Я думаю, что Любовь Дмитриевна дальше расскажет, но я хотел бы еще затронуть тему экспорта. Кооператив «Маяк» активно в этом участвует. У нас на территории Ростовской области действует национальный проект, это экспорт продукции АПК. По итогам года Ростовская область, с территории Ростовской области было экспортировано 6,8 миллиардов долларов США продукции. Мы первое место занимаем в России, порядка 20% от всего экспорта российского идет через Ростовскую область. И если по цифрам, это рекорд за всю историю Ростовской области, плюс 15% к прошлому году. И вот в продолжение темы, которую я сказал про маяк, да, прибыльные бобовые, то я думаю, что эти цифры показывают, что рост по экспорту есть. И в первую очередь, конечно, он обусловлен не натуральными величинами, что увеличили количество вывозимого продукции, ну, есть
а также ценой, которая сложилась. То есть все, есть все предпосылки, которые говорят о том, что экспортом заниматься стоит, и результаты сейчас, которые демонстрирует, показывает статистика, говорит о том, что объема чуть-чуть меньше вывозим, но из-за цены растет экспорт. И количество экспортеров у нас порядка 500 на территории Ростовской области. Ну, цифра меняется, но в основном это компании, которые осуществляют торгово-закупочную деятельность. Если говорить про сельхозтоваропроизводителей, то их единицы, порядка 13-15 это у нас сельхозтоваропроизводители, которые напрямую занимаются экспортом. Остальные компании, это 25-30, это наша пищевая и перерабатывающая промышленность. Но, как вы поняли, 90% это у нас компании-экспортеры. Поэтому они существуют на рынке, понятно, это необходимо в нашей... в нашей области, потому что мы имеем такое географическое расположение, экспортно-ориентированное, и растениеводство, конечно, это приоритетное направление. Для сведения, баланс, который у нас складывается по зерну, производство на уровне 13 миллионов, а потребление 2,6. Соответственно, 10-11 миллионов – это тот объем зерна, который должен реализовываться. Понятно, что без экспорта эта реализация быть невозможна. И вот все располагает на территории именно Ростовской области наличие должного количества экспортеров, географическое расположение, объемы производства растениеводства. Поэтому призываю к тому, что те ограничения, которые есть в растениеводстве, это квота, которая сейчас заработает, пошлины, также рассмотреть в отношении других культур, как было сегодня так сказано Александрой Александровной, и рассмотреть зернобобовые. Мой доклад закончен, я готов ответить на вопросы. Спасибо большое за внимание. Вопросы есть к Алексею Павловичу? Алексей Павлович, вы сказали, что еще результаты не подведены, но, может, вы сможете ответить, есть ли динамика увеличения экспорта именно со стороны пищевых и перерабатывающих предприятий? Динамика есть, за исключением только масложировой отрасли. Объясню почему. Если вы все знаете, то предшествующий год он был в части сырья не очень благополучным. Масложировая отрасль испытывала дефицит сырья. Соответственно, по итогам 2021 года Ростовская область также закончила уборку с определенными результатами положительными в части масличных. Поэтому мы надеемся, что загрузка мощностей наших предприятий она будет увеличена, масложировых. Также вы все, наверное, читаете новости и видите, что количество маслоэкстракционных заводов по Российской Федерации увеличивается. Каждый сейчас пытается их локализовать возле своего производства, тем самым уменьшить плечо. А наши предприятия, которые уже на рынке 20 там, и 30 лет и более, им тяжело сейчас конкурировать с центральной полосой, где они приобретают семечку из-за того, что конкуренция возрастает. Все на себе чувствуют, что потребность в подсолнечнике существует. Я имею в виду сельхозтоваропроизводители пытаются в том числе ценой на свою продукцию регулировать отношения с переработчиками, но в свою очередь переработчики тоже не могут не производить и перерабатывать. И вот этот баланс, который в прошлом году был нарушен, все знаете, что цена доходила там и 60 и более за килограмм, ну 60 тысяч за тонну, соответственно. Сейчас цены немножко подуспокоились. Все это также влияет на цены, которые складываются для внутреннего потребления. Все вы знаете, что было ряд мероприятий со стороны правительства Российской Федерации. Это соглашение по сахару, по маслу подсолнечному. Наши предприятия ростовские участвовали в этом соглашении, и первая очередная задача была наполнить
внутренний рынок, выполнить обязательства перед правительством и, соответственно, перед населением Российской Федерации.